Как вы вообще относитесь к идее возрождения в России монархии? Ну, смотрите, какая сегодня нахрен в России возможна монархия? Ну, сегодня вот у нас есть авторитарная геронтократия, где сидит там люди, которым за 70 лет. Все, что вы сегодня можете сделать с точки зрения монархии, это закрепить их право, передавать детям их титулы и их должности. Ну, пожалуйста, кто хочет сегодня. Они и так это пытаются сегодня сделать. Посмотрите, все их дети, они министры, вице-президенты, либо президенты крупнейших банков и так далее. Ну, если кому-то сегодня хочется... кстати, я же был у Кремля еще администрации Барвихи, там эти гербы, они уже начали фамильные там все рисовать. Еще вчера до перестройки джинсами барыжили где-то, сидели там с наценкой, да? А сегодня уже у них гербы какие-то там появляются, свои родовые. Ну что, пожалуйста. В любом обществе, я считаю, нормальным, цивилизованным, власть — это не что-то, что нам посылается Богом, да? Все-таки я к власти отношусь как к исполнителям, как к менеджерам.